Так, друзья, привет! Выехали мы компанией чай попить и решили проехать вот по этому болоту. То есть мы вырубили дорожку, правее там прям вода находится. Вот, ну думали левее, чуть-чуть попробуем выехать. Первый у нас Артем. Говорит, я, говорит, могу поехать. Вот мы смотрим, с вами наблюдаем. А, грязь здесь. Все, машину припарковал, айда, можно пить. Он тебя, по-моему, вылезет и попоет, все. Там утонет. Вытащили бок на буксир. Вот здесь пока самостоятельно выезжает. Будем пробовать пробивать. Не знаю, на камеру передается вот эта вот склизкая грязь такая. Получилось, получилось. Тут в метре сухое, вот, сухо. Метр туда, и машина просто не выезжает. Все, молодец. Сейчас на моем автомобиле сделали лифт. Впереди самоблок от Satex, сзади АВТ у меня. Вторая пониженная, два самоблока. Ну что, как-то попроще, да, проехал? Давай кругаля и туда правее бери. Берем немножко правее. Ох, засандалил ее. Здесь у меня не грязевая резина стоит. Пока вроде перед два колеса крутит. Давай, пробуй, интересно. Итак, самоблок от Satex перед стоит. Ни хрена не работает. Производители дифференциалов Satex. Хрень какая-то, короче. Правое колесо буксует. Переднее и левое не буксует. Вот, видите? Так, а давайте посмотрим, что у АВТ. Сзади у меня АВТ стоит. Ну, все равно хреново. Слушай, ну неплохо выезжает, а? Задняя буксовая логика. Сзади вот у меня АВТ стоит, а впереди? Ну, давай больше бери. Вот так покажу. Сделал лифт. Вот, смотрите, АВТ, АВТшки. Производитель АВТ, самоблоки блокируются и крутят два колеса. Вот они, видите? А от компании Satex нет. Вот вам и разница. Вот, смотрите, колесо стоит. Давайте. Впереди Satex. Или Satex. Вот, колесо стало и стоит.
Ну я и говорю. Блок не срабатывает. Да, вот, смотри, стоит. Вот специально видео для тебя. Специально видео. Ну, еще блок. Ни хрена не работает. Нет, это уже. А блок? А ну, не волно. Игорек, вот видео для тебя. Китайцы рулят. Китайцы рулят. Все, уже и лифт кончился, все кончилось, да? То есть по самой не хочу уже засандалили. Но визуально то, что передний самолбок работает... Некорректно. Некорректно, да. Некорректно работает. То есть задний вот... Задний работает хорошо. Да, задний вот АВТ, а впереди вот этот СОТЭК или СОТЭК, блядь, стоит. И ни хрена не работает. Хотя они заявляли, что угол сателлит там выше, типа срабатывания. Может, будет лучше. Полегче будет, может, и будет срабатывать. Ну а здесь что он должен? Да, молчать, да, что ли? Жижа не срабатывает. Ну. Так что пока мы недовольны. Здесь впереди стоит свободный дифференциал, сзади у него АВТ-шный стоит. Смотрите, на свободном и то колесо крутится. Здесь уже просто по клиренсу автомобиль не прошел. Ну, сами посмотрите, как здесь смачненько и глубоко. Автомобиль просто присасывает и не отпускает на свободные хлеба. Но нет, не получится. Используем мягкий шакл и динамка. Не хватило. Инерции не хватило. Нет, мало разогнался просто. Блять, прыгай надо. А здесь яма. Едем по самой глубокой колейности сейчас. Тут яма. Ура! Все, поехали домой. Ну давай, электронные помощники, будем смотреть, как работают. Ух ты, шевелится. Где там твои помощники, говорю, электронные? Она и так задрата. Да она и так у тебя уже, по-моему, не поднимется. Пневма. Значит, провалилась. Дома забыл помощник. Да нет. Ты уже на пузико, наверное, сидишь. Да, висит. Ну что, не дергайся, давай, это, подернем. А вот Нивы
Поехал бы просто, понимаешь? А у тебя, видишь, все загорелось, там ничего не едет сразу. Вот, вот, глуши и все, давай, УАЗа жди. Колеса, когда все висят, вон, она ошибку дает. Угу. Потом выезжаешь, она опускается. Потом... Но она тебя не то что опускает, она тебя просто упала. Прям чмяк слышно было, да? Да. И сейчас давление наберет, да, поднимет? Да, поднимет. И все, двигла не хватило. Вот здесь вот как раз и занижение мое играло, да? Я на второй пониженной, в принципе, хватило у меня выехать. Так как у меня занижение. И лифт. Вот здесь вот не хватило хода, и лифта немножко не хватило. Ой-ой-ой. Так, ну а здесь еще двигатель не заглох, тянуло. Просто не хватило клиренса, да, у тебя? Просто вот и все на этом. Одним словом, невисты. Мягкий шакл, показываем, как это работает. Вот так, шишка туда, раз, и все, и держит отлично. Эх, опять то же самое. Все то же самое. Ну скажи, для прессы, что опять не так? Не хватает занижения на пониженной. А на первой не пробовал ехать? Может, на первой тебе надо пробовать, чтобы постоянно крутило? Возможно. Как вариант, да? Можно попробовать и на первой. Ну да. Сейчас едем первое пониженное. Нет, все равно. Тут уже... Да, не помогает. Но здесь уже, знаешь, ступенька такая образовалась, что и в нее втыкаешься, и все. То есть колеса крутят, но все уже. Я решил его потихонечку сдернуть, стянул его, вот, и динамический трос порвался на узле, мне пришелся удар вот такой вот, и крышку мне замяли. Вот так это будет выглядеть. Хорошо, что вот он был завязан, просто завязан, и порвался. Хорошо, что удар прошел не по верху, а по низу. Вот сюда. Вот как бывает, когда трос бьет на машине. Вот, теперь... вот так вот. Во, аккуратненько. Раз. Давай ее подержи. Смотри, скотч. Нормально, нормально. Мы сейчас на тот скотч приклеим это. Ты ее не жирни только. Главное не покорябать краску. Да. Почини. Аккуратно надо, чтобы не поцарапать. Все, давай. Держится? Нормуль. Все, дала.
посмотрите качество заводских изделий и лакокрасочного покрытия. Трос отлетел, помял. 2 дня машина стоит. Ну вот, смотрите качество. То есть уже металл покрылся ржавчиной. Грунтовки. Что-то я как бы не вижу. Катафорез. Тоже непонятен. Говорю, вот я его отслаиваю, краску, если вот смотрите. Ну, может быть и есть, но сомневаюсь я. Вот вам и АвтоВАЗ и краска. Хотя внешне как бы никакой ржавчины нету. Вот. Отремонтировать эту крышку нету возможности, потому что удар пришелся в середину, залома здесь. Вот так вот, если показать вам, то есть середина вся ушла туда, то есть получились крылья, там и там крылья получились. Все вовнутрь ушло. То есть очень сложно ее восстановить. Поэтому только новая крышка. Новая металлическая крышка. Смотрел на разборе. Вы не представляете, на разборе гнилые предлагают за 9000 рублей. И то в Оренбурге нету. Ближайшие там регионы, Бузулук. Вот. Новые крышки 13000. Ну, естественно, не крашеные. Вот. Не знаю. Посмотрел АБС пластик, заказал, жду. Когда позвонят, скажут, сколько там могут скинуть. Потому что со стекловолокна я бы не хотел. Стекловолокно я не хочу. АБС пластик я бы поставил. Ну, вот такие дела. Короче, дороговато все.